товарищи, слово предоставляется герою Чангарской операции, ныне председателю треста крупного машиностроения, товарищу Рыбаконе. Наш комдив был железный парень. Товарищи, перед нами сегодня прошли ряды пролетариев, одетых в красноармейские шинели. Прошли не худо бойцы революции. Они вооружены, обучены первой в мире рабочей страной. Растет Советский Союз и растет мощь Красной Армии. И в этот день, товарищи, мысли невольно обращаются к тем героическим и грозным временам, когда выковывались эти стальные отряды. 12 лет тому назад в Крыму, раздетые, разутые, истомленные голодом, мы шли вперед, падали, поднимались и побеждали. Мы были бойцами, мы и остались бойцами, потому что остался фронт. Из окопов гражданской войны фронт передвинулся на линию строящихся фабрик и заводов. Миллионные массы ударников-энтузиастов работают на новых стройках, закладывают новые города, подводя фундамент социалистической экономики. Широкой лентой по всему фронту развернулось социалистическое наступление под руководством партии Ленина. Но это наступление, товарищи, развертывается в ожесточенной классовой борьбе с врагами. И борьба еще не кончена. Классовый враг внутри страны перекликается с буржуазными силами империалистических государств. И все они готовят нападение на страну социалистического труда, подготавливая империалистические войны. А мы, товарищи, работаем над тем, чтобы сделать невозможными войны на земле. Мы за мир. Мы за социализм. Мировую пролетарскую революцию. Все на фронт. Все на фронт великой социалистической строй. Тише. Товарищи, успокойтесь. Легкий обморок. Обморок. Товарищи.
Заседание продолжается. Тогда фронтом командовал товарищ Фрунзе. Атака неприступных юшунских позиций была возложена на 51-ю московскую дивизию во главе с командиром товарищем Блюхером. Подкачал, товарищи. Да, вам лечиться надо, и серьезно лечиться. Перерыв, товарищи. Какой был крепкий парень, какой вояка. Так вот что, переутомление острое. Сердце свое вы загнали основательно. Отдых на 2 месяца категорически. Да, слушаю тебя, исправление, и помереть не дадут спокойно. Слушаю, да, так, так, хорошо, я приеду сам. Черт! Ха-ха-ха!
Ну, всего. Дайте правду. Пасик, сюда, пожалуйста. Смотри, клапана-то перечисть. Да-да. Да. Понимаю. Погрузка идет. Бронепоезд? Отправляю. Да. Да. Грузи влево! Давай сюда! Давай, давай! Если не прорвете, товарищу Багуру в гроб. У него все патроны на исходе. И тогда вся наша операция сорвется.
прорвемся. Всего. Счастливого, товарищ Рыбаков. По вагонам, братва! По вагонам, по вагонам! По вагонам! Школы!
братва! Приготовились к отстрелу. Разбирач! Разбирач! Поехали. На смерть поехали. Трефил! А ну вас! Машину угробим! Ты же сами пропадем! Ты большевик? Слушай боевой приказ! Вперед! Thank you.
поклон. Андрей! Багур! Здорово! Вовремя подоспели, товарищи! Самый раз! Под обстрелом прорвались! Патроны привезли! Братва! Принимай патроны! Конечно, все хорошо. Ну, спасибо. Значит, в санатории встретимся. Великолепно. Давай проститься в одну комнату. Понятно. Моя машина. Ну, ребята, отдыхайте, отдыхайте. Я сам. Ну ладно.
Часовых расставить на каждом пролете. Засмотреть в оста глаз. Понятно? Смотри, смотри, не зевай, гляди в оба. Есть. Клады отстоять во что бы то ни стало. Точка. Если мы не выловим всю эту банду полковника Белова... Да ведь мы-то не спим. Ниточку, кажется, нашли. Рай. Браток! Ему? Угу. Ну, вали, вали. Я занят. Ах, черт, пристал. Спасибо. Тебя спрашивает какая-то женщина. Говорит, очень надо. Пропусти. Да. Пропустить. Рядушника! Молоди! Прошу вас. Ты
Я хочу вам указать место, где вы можете сегодня ночью захватить всю группу полковника Белова. Ваша фамилия? Вдова полковника Белова. Кто же заставляет вас сделать такое сообщение? Многое. Во всяком случае, не любовь к большевикам. Я слушаю вас. В день вашего приезда было назначено экстренное собрание группы моего мужа. Господа, для вас не секрет, что наше положение тяжелое. А тут еще рыбаконя в ревком прислали. Каждую минуту возможен провал. Продовольственные склады, говорите? Батарея! Затопили, говорите? Говорю, батарея! Беловская работа. Угу. Фабрику, видите ли, на учет требуют. Подумал, подумал, да ночью все станки и вывез. И не только станки. Унитазы от уборных. Вот идея. Да. Целуйтесь теперь, рабочие и крестьяне, с моей фабрикой, а? Диверсии приостановить. Придется переменить тактику. Временно. Нам всем необходимо уехать. Уехать? Вот это хорошо. Куда уехать? Чепуха. Ну да, конечно. Вам с Еленой Николаевной легко уехать. А вот нам-то выбраться будет потруднее. Да, а ведь это верно. Ротмистр Фальк. Кредит вуля. Vous êtes fou. Как вам не стыдно? Господа, я и Елена Николаевна, мы едем последними. Господа, бросать такое незаслуженное обвинение — это позор. Однако уехать за границу оказалось совсем не так легко. Прошло 2 недели, мы потеряли уже всякую надежду. И вот 3 дня тому назад удалось. Угу. Едем? Да. Едем вдвоем. А остальные? Они берут только нас.
двоих. А наше дело? Весь этот героизм, жертвенность, единое, неделимое, надоело. Перестань. Ведь их же здесь... Должны же они понять, что наше дело развалилось. Развалилось. В Париже виднее будет. Смотри, этот сумасшедший Фальк будет следить за нами. За мной? За мной следить не посмеет. Но они следили. Следили за каждым шагом моего мужа. И вот сегодня вечером, когда мы уже должны были уехать... Негодяй! Его убил ротмистр Фальк. Теперь вам ясно, почему я здесь. Подпишите. До выяснения некоторых подробностей я должен вас задержать. Дежурный, отведи арестованную. Пожалуйте, гражданка. Дайте Седова. Седой, сегодня ночью операция. Приготовь красноармейцев. Сейчас приеду, все узнаешь. Точка. Фамилия Кирасирского его императорского величества полка, штаб-ротмистр Фальк. Следующий. Ваша фамилия? Значит, все сама рассказала? Думаю, что она еще многое расскажет. Но сейчас ее сам увидишь. Бежала! 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 Сбежала! Стерва! Сбежала?
Так что маленькое недоразумение получилось, товарищ Рыбаков. Сбежала арестованная. Что? Что? Сбежала? Как сбежала? Позвать ко мне коменданта! Осторожней нужно, гражданин. Федор? Андрей? 1000 лет. Рыбаконь. Ах, чажет! Дай пять! Это ты, черт! Часы разбил. Да ну, часы. Поедем со мной в парк. Нет. Ну, давай, давай, брат. На процедуру опоздай. Давай, давай, давай. Садись, брат, тебе. Вот встреча, ты знаешь. Ну, давай, давай. Ну, как? Живем, значит. На полный ход. Последний московский кадет. А у меня вот сердце пошаливает. А ты тоже ремонтируешься? Нет, пока машина ремонтирует. В командировку приехал. Ну вот, приехали. Бабуль, есть. Обратно на моторке доберемся. Ладно. Ну, посмотрим наш теплоход. Знаком, приятель. Знаком. Как вы сами заметили, товарищ Багуш, трубопровод собран плохо. Дизеля не отрегулированы, рулевая не работает. То есть насосное отделение тоже не в порядке? Товарищи, прошу. Все эти неполадки не так страшны. Но приемочная комиссия сочла нужным отметить слабую, очень слабую работу вашего техконтроля. Итак, товарищи, фиксируем. Устранение обнаруженных во время пробного рейса дефектов должно быть выполнено в 10-дневный срок. А все расходы отнесены за счет завода. Тянешь, кого следует. Дай ему! Пусти, друг, пусти, дай, дай. Прибавь!
вперед! Еще! Возьми мои там в печати. Постой. Сердце. Плюнь-ка ты, Федор, на все мертвые часы. Поезжай ко мне на завод. Тоже, брат, и вода, и воздух, и солнце. Отдохнешь не хуже, чем здесь. Мы с женой тебя быстро на ноги поставим. Кстати, к празднику попадем. Новый теплоход спускать будем. Нет, не могу. Мне лечиться надо. Фу. Ну вот, прошло. Ну, пойдем. Идем в кафе. Боюсь, не опоздать бы на процедуры. А кто эта женщина? Жена. А как ее фамилия? Ильина. А не махнут ли и вправду к тебе? Поедем, конечно. Андрей Иванович! Андрей Иванович! Андрей Иванович! Насил нашел вас.
Вам срочное, по радио. Спасибо, товарищ Фролов. Передайте, что в 3 часа буду в агентстве. Есть. Черт. Ерундистика какая-то у меня на заводе. Да, неприятно. Вот что, придется спуститься, Федор. Сегодня же надо выехать. Елена! Девочка! Андрей, я по тебе здорово соскучилась. Вот она у меня какая. Рыбаконь. Товарищ по фронту. А я только сегодня утром свою телеграмму получила. Я уже начала беспокоиться, что так долго ничего нет от тебя. А знаешь, елочка, не хотел ехать, Федор. Еле уговорил. Да-да. Можно? Ну, мне пора. Да погоди, Андрюша, ты ведь даже чаю не выпил. Не могу. Каждая минута дорога. Андрюша, ты ведь только что приехал. Не могу. Ну, один-то раз можно было бы посидеть дома. Ты Федора в моей комнате устрой. Знаю. Я сама все устрою. Заводоуправление, говорит Багур, вызовите в контору инженера Тарасова и бригадира корпусного цеха. Сейчас приеду. Ну, пока, Федор. Андрей, вот что. Долго задержишься на заводе? Ясно. Сам понимаешь. Да, я. Сейчас приеду. Сейчас буду. Ну, елочка, не давай скучать Федору. И, наконец, вот здесь. Да. Ну и как? Вовремя обнаружили. А могло кончиться катастрофой. Наша бригада первая заметила. Они с самого начала на спусковом работали. Знает ли Андрей, что вы не Ильина, а вдова полковника Белова? Нет. Если не скажете вы, скажу об этом я. Итак, товарищи, распределение работ по участкам сделано. Да. Теперь бы вот только срок выдержать. Ну как, товарищи, выдержим? Я полагаю,
что выдержим. Ну, пошли на цеховое собрание. Не делайте этого. С тех пор прошло много времени. С прошлым все покончено. После побега я встретила Андрея. Полюбила его. Намеченные мероприятия, конечно, будут выполнены. Я в этом совершенно уверен. Понятно, иначе это пятно на весь завод. Да. За своевременный спуск теплохода я сейчас совершаю. Вот что, Седой. Как ты думаешь, не было ли здесь вредительства? Сам знаю, что подозрения есть. Я стала совсем другой. Вы должны. Вы не можете мне не верить. Нити ведут к какой-то Белову. Белова? Да. Все списки пересмотрели, но заводе у нас такой нет. Белова? Не знаю. Да. Иду конем. Это не страшно. Да. Офицера-то моего вы съели. Но будет вам сражаться. Едем на завод, Федор. Посмотришь, какой мы теплоход отхватили. Срок выдержим. Через неделю спуск. Вот торжество будет. За границей 8 месяцев, а мы, брат, в 6. Никогда вовремя не пришлют машину. Забыл трубку и табак. Федор, позвони в гараж. Ладно. Алло? Подождите. Вы слушаете? Со спусковым фундаментом сорвалось. Да. Хорошо. Я сделаю. Копии планов сделаю. Я сама вам принесу. Вы мне больше не звоните. Нет, не надо. Я сама вам позвоню.
Рыбаконин. Седой. Что с тобой? Андрей, я должен сказать тебе, что... Внезапная Белова.
Белова. Ты устал. ГПУ. Товарища Сергеева. Сергеев? Говорит Багу. Вот что. Я обнаружил Белову. Сегодня у нас праздник. Сегодня у нас торжество. Сегодня, спуская в срок теплоход, мы доказываем, что нету таких трудностей, нету таких крепостей, которых не одолела бы воля рабочего коллектива и большевистской партии. Сегодня огромными усилиями рабочих, инженеров, техников мы одерживаем новую победу на фронте социалистического строительства. И одерживаем ее, несмотря ни на что. Но на этом, товарищи, мы не остановимся. Еще больших темпов требует заключительный год пятилетки. По-большевистски овладев техникой и выполнив в кратчайший срок 6 условий товарища Сталина, мы обеспечим себе полную победу. Вперед, товарищи, на полный ход! Ура! У меня все готово. Приступаю к спуску. Давай, товарищ Красильников, давай! Давай. Бригада! Спуску готов! Есть! Готово!